Всем привет, мои друзья! С вами Владимир. Сегодня я приехал в такой лес пособирать землянику. Земляника поспела. Походим, пособираем. Ягодка крупная. Сейчас увидите. Идемте собирать. Идемте собирать, друзья мои, землянику. Смотрите, какой лес, какое небо. Ну, собираем. Вот такая вот земляника. Ну, собираем, друзья мои. Процесс пошел. Собираем землянику. И поехали мы утром собирать землянику. Но солнышко припекает. Жарко становится. Но мы собираем. Собираем. Вот, друзья мои, вы видели такую лесную землянику? Посмотрите. Какая крупная. Вот в траве она такая. Вот такую можно собирать. Приятно. Вот какая. Супер. Спелая. Сладкая. Собираем. Вот моя баночка, уже половина. Ну, процесс идет. Кругом ягода. Эх, какая ягодка крупнющая в траве. Такую можно собирать. Вот какая ягодка. Полюбуйтесь. И вот, смотрите. Лилия кудреватая растет. А на ней бабочка. Сейчас подойду поближе. Эх, улетела. Вот она какая. Саранка. Цветет. Лилия кудреватая. Такой лес. Полюбуемся на лесную красавицу. Это лилия кудреватая. Мы ее называем саранка. Так вот она цветет. Как лилия. Нет, ну все-таки какая прелесть у нас растет. Какая она сладкая. Ну, тяжело, конечно, ее собирать. Но хорошо, что она крупная. Да я мелкую бы не стал собирать. Лето пришло. Ягодки. Красота.
ягодка, земляника. Вот, друзья мои, все, мы ягодки собираем. Смотрите, какой цветок растет. Название, конечно, не знаю, но слышал про него. Вот такой. Желтенький. Вот, и тут их много. Вот еще есть. Ну-ка посмотрим. Вот еще. Такой лес у нас. А небо-то, небо-то какое. Но жарко становится. Какая ромашечка красивая. Полюбуемся. Вот клевер. Чудесно. Вот. Какие травки. Красота. Вот такая вот ягодка. Земляника. В траве растет. Тут и бабочки летают. И слепни. И комарики. Ну, друзья мои, набрал я вот такое ведерочко небольшое, но очень жарко. На сегодня хватит. Спасибо всем, кто был со мной. Пособирали мы землянику, полюбовались нашим лесом. Ну, всем пока, всем мира и добра. С вами был Владимир. Пока-пока. Берегите себя и своих близких. Пока.